Коллеги, добрый день. Меня зовут Евгений, компания Экспазия. Так, на вопрос по стоимости на ДВС для строительной техники. На все вот эти ДВС, джаковские, сузовские, все цены неоднозначные. Почему? Потому что есть оригинальные ДВС, есть уемовские ДВС, есть ДВС восстановленные, есть вот ДВС бэушные. И пошло-поехало. Бэушные, восстановленные как? Какими запчастями? Оригинальными, неоригинальными. Вот. Все выше мною сказано, все отражается на конечную стоимость ДВС. Теперь по отправке. И если ДВС имеет логотип, то есть он брендовый, побелый, его доставить уже невозможно, потому что это бренд. Вот. Если ДВС уемовский без логотипов, то его можно отправить по белой со всеми документами. Но за подробностями уже мне лично пишите, я вам все объясню. Так, далее. Когда мы собираем, когда вы обращаетесь к нам на подбор ДВСов, мы готовим коммерческое предложение. Вы обязаны внести залог. Там суммы небольшие, там 100-200 долларов. Дальше эти деньги, они войдут в общую стоимость ДВС. Вот. Вопрос, если вас устроит, не устроит. Ну, вот это нытье, устроит, не устроит, это ваши проблемы, это не наши проблемы. Вот. Цены практически везде одинаковые. Вот. Но так как вы видите, что я работаю 90% с производителями, естественно, цены на всю выпускаемую продукцию у нас резко отличаются, нежели чем вы ищете там на помойках, таких как Alibaba, Taobao, 1688 и прочие китайские помойки. Естественно, все это цена будет отличаться. Ну и условия также будут отличаться. Вот. Я думаю, я развернуто все вам рассказал, объяснил. Если у вас возникнут какие-то вопросы дополнительные, пишите мне, звоните, пообщаемся. Все, с уважением, Евгений. Хорошего дня.